Всем привет! Это Катя. Сегодня будем готовить салат из кальмаров с перцем. Для салата нам потребуются кальмары, я их уже сварила. Причем варить их лучше всего несколько минут после того, как они закипят. Они варятся очень быстро. Лук, чеснок, несколько зубчиков, перцы болгарские, сыр, твердый пармезан и майонез. Лук нарезаем перышком. На 150 грамм пармезана натираем на терке. Режем кальмары. Измельчаем чеснок. Я это сделаю через блендер. Оказывается, кальмар очень хорошо сочетается с перцем, но перец я предварительно обрабатываю. Я нарезаю его соломкой и пропариваю его в кастрюльке с водой. Наливаю вот на такие два перца буквально стакан воды и жду, пока эта водичка вся выпарится. И вот такие у меня получились перцы после того, как я их потушила. Салат я уже перемешала, добавляю перцы, они уже остыли. Все перемешать и залить майонез. Понравился? Какие вопросы? Вы же еще не попробовали? Ну так пробуйте и ставьте лайк.